Здравствуйте, дорогие друзья и автолюбители. Интернет-магазин СККС. Сегодня рассказываем еще о небольшом устройстве, которое скоро понадобится и нужно будет размещать его на всех Android-магнитолах компании Jansun, особенно для версии V3 Pro. Почему? Потому что там используется самый мощный на сегодняшний момент процессор. Да, эта магнитола стоит денег и стоит немалых денег. Надеемся, цена упадет, но нету пока еще конкурентов для данной магнитолы. Даже TS он слабее и дороже. Итак, посмотрим, что нужно ставить. Нужно ставить будет вот такой вот вентилятор. Если вы не обращали внимания, то я обращу ваше внимание сейчас. На каждой плате Android магнитоли сбоку теперь есть вот такие дырки. Эти дырки как раз предназначены для дополнительных креплений. Вот видите, вот такой болт. Они даже находятся на резьбе. Вы можете что-то врезать и поставить. Данная магнитола, это гиговая версия, она не требовала изначально ранее вентилятора. Но даже на ней можно разместить вентилятор. Ну, понятно, что здесь вот не получится. И здесь тоже не получится. Да? Нужно взять магнитолу, в которой все у нас получится. Давайте сделаем. Вот можно вентилятор, да, вот процессор. Ну, будет ли эффект? Ну, это гиговая версия. Давайте посмотрим другую версию. Где нужно разместить вентилятор. Такую версию, и как видите, в этой версии изначально уже предусмотрены места под вентиляторы. Здесь вот у нас есть специальные места, где они должны быть. Так, крепить вентилятор можно как самими частями, прикручивая непосредственно в эти вот разъемчики по местами. Ну, а можно использовать такую вот приспособу. Оно вот так вот ставится и закрепляется. Либо с этой стороны. Зависит от того, где вам нужен вентилятор. Больше. Ну, как определить где. Где больше греется, туда и ставите. Охлаждение, так как здесь пустоты, соответственно, будет идти везде. И радиатор будет отдавать назад тепло. Ну, задача, кстати, вентилятора не дуть в середину, а забирать оттуда лишний воздух. Как это подключается без потери? Используется разъемчик, который подключается на один из USB. Вы не теряете USB при этом и получаете от USB постоянное питание от вентилятора. Вот такое нехитрое устройство. Можете поставить даже два вентилятора. Я думаю, что на версию 6 плюс 128 и 8 плюс 256, которая скоро выйдет, не будет лишним даже два вентилятора. Потому что они действительно реально мощные. До свидания, дорогие автолюбители. Надеюсь, вам нравится наш канал. Подписывайтесь и задавайте вопросы. Мы будем отвечать на них. Но, конечно, их сейчас очень много. Я стараюсь ответить на все. Но они должны быть конструктивные. Если мы уже ранее делали видео на эту тему, то повторяться по сотни раз как-то не хочется. Ищите в видео ответы. Более 300 видео снято, и там есть все ответы. До встречи.